Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Кенин Кокс. Работа называется «Идиллия». 1890 год. Холст масла 122/153. Кенин Кокс обучался в Парижской школе изящных искусств, впитав лучшие традиции академического стиля. Ему художник и посвятил свою творческую карьеру. Картина «Идиллия» является воплощением строгого академизма. На ней изображен обобщенный сюжет по мотивам мифологии, в котором обязательными составляющими были классические драпировки и пасторальный пейзаж. В статуарных позах и идеализированной трактовке обнаженных тел угадываются античные реминесценции, свойственные стилю Кокса. Тщательная выверенная композиция и добросовестная прорисовка форм соседствует с холодноватой отвлеченностью персонажей. Колорит строится на яркой и сочной цветовой гамме. Главенствующими акцентами являются зеленый и бордово-красные тона. Мастер применяет сценическую обустроенность композиции. Неестественное освещение делает образы подчеркнуто чувственными, а позы демонстративными. Все это приближает изображение на полотне к театральной постановке. Ну вот такое описание к работе «Идиллия», автор Кенин Кокс, 1890 год, холст масла. Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.